Юбилейный 50-й выпуск младших специалистов войск связи 623-го межвидового регионального учебного центра отправился в части для прохождения службы. 750 выпускников будут нести службу в войсках Центрального и Восточного военных округов. В данном случае выпускники призыва осень 2017 года поступили к нам на обучение в часть в ноябре-декабре 2017 года. Прошли обучение в течение 4 месяцев. 19 мая произошло торжественный выпуск об окончании учебного центра, где были вручены свидетельства младшего специалиста. Поезд отправлялся с железнодорожного вокзала Ульяновск-Центральный. До последней точки пути эшелон будет следовать 8 суток. Во время следования поезда военнослужащие будут обеспечены горячим питанием и всем необходимым. Ведь покидать состав им нельзя. Будет у них и своя культурная программа. Во время следования старшие от воинских частей расскажут военнослужащим историю образования тех соединений воинских частей, в которых им предстоит служить, условия быта, досуга и бытового обеспечения. Выпускники учебного центра продолжат нести службу во всех видах и родах войск российской армии. Среди выпускников учебного центра есть как ульяновцы, так и представители других городов. И всем им остается пожелать успешного прохождения службы. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.